И всем привет, с вами Ростиксон, и это второе видео про Нир. Если вы еще не смотрели первое, то посмотрите, так как я еще и разыграю один Нир среди тех, кто оставит 4 адекватных комментария под моей серией видеороликов про Нир, которых тоже будет 4. Сегодня узнаем, как работает Аврора, мост, как переслать транзакции и какие есть приложения на Авроре. Так, перед тем, как мы узнаем об Авроре, в описании будут все ссылки на русскую группу Нир, сайт Авроры и так далее. Аврора запускается на Near Protocol и использует в своих интересах множество уникальных функций, включая шардинг и вознаграждение разработчика за газ. Аврора состоит из двух основных компонентов. Двигатель Аврора, среда выполнения, которая позволяет беспрепятственно развертывать смарт-контракты Solidity и Viper, а также мост Аврора на основе технологии Rainbow Bridge, обеспечивающая неограниченную передачу токенов и данных между Эфириум и Аврора. Так, а теперь узнаем, какие же улучшения для разработчиков и пользователей. Сборы Аврора 1000 раз ниже, чем у Эфириума. Например, стоимость передачи токена ERC-20 ниже 0,01 доллара, в то время как для Эфириума при 50 гвей она составляет около 7 баксов. Аврора решает проблему огромных комиссий эфира. Найс. Аврора способна принимать 1000 транзакций в секунду, что представляет собой увеличение в 50 раз по сравнению с Ethereum 1.0. Аврора предлагает более экологичный вариант для пользователей Ethereum. Полная бескомпромиссная совместимость с Ethereum поверх децентрализованного и климатически нейтрального протокола Proof of Stake L1 NIR. Да, я тоже считаю, что криптовалюта должна быть и децентрализованной, но и максимально экологичной. Аврора делает это. Если вдруг что-то непонятно, то задавайте вопросы в комментариях, а еще и заодно участвуйте в розыгрыше Нир, а я постараюсь ответить. А если что, узнаю ответы на вопросы у админов из Нир. Аврора реализована как смарт-контракт на Нир блокчейн. Что это значит? Аврора может извлечь выгоду из всех текущих и будущих преимуществ Нир блокчейн. Упрощение обслуживания, обновление и управление Аврора на ранних стадиях, что позволяет быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, такие как обнаружение уязвимостей в системе безопасности. Такс. С теорией плюс-минус закончили. Дальше узнаем про мост, какие есть приложения на Авроре. Не забудь поставить лайк, если тебе помогло это видео, так как тебе легко это сделать, а видео посмотрит больше людей. Спасибо. Так, про мост. Переходим на Rainbow Bridge. Тут мы сможем перевести монеты из разных сетей. Но как бы смешно это ни звучало, для начала нам нужны кошельки, а также монеты, которые мы будем переводить в другую сеть. Если у вас нет кошелька Нир, то смотрите, как создать кошелек в моем прошлом видео. Мы можем пользоваться мостом с тремя сетями, а именно переводить с Нир, Эфириум или Аврора. То есть, к примеру, поменять монеты в сети Нир на те, которые будут в сети Аврора или Эфириум. Ну и наоборот. Все максимально легко. Мы подключаем кошельки с монетами, выбираем что и в какую, и из какой сети будем переводить. Подключили кошелек, ввели данные о трансфере и подтвердили. Все готово. Я пока что не буду переводить монеты из одной сети в другую, так как мне это не нужно. Но функция очень удобная и быстрая. Я когда подготавливался к видео, думал, что приложений в экосистеме будет не так много, а их огромное количество. Я выделю только некоторые, но сейчас вы увидите на картинке остальные. Так, какие же это приложения? Это API.Vision, BeFi Finance, Boring DAO, Coin98, Dodo, Aurora Swap и многие другие. Я сейчас перечислил приложения, которые находятся в экосистеме Aurora. Мне понравился проект в экосистеме, а именно 1 миллион NFT. Мы можем застолбить место в истории NFT. 1 миллион NFT, основанная на смарт-контракт платформы Web3 на блокчейне Ethereum с миллионом NFT и сеткой 10 на 10 тысяч пикселей. Каждый из 100 пикселей – это токен ERC-721 NFT со своим местоположением. Пользователи имеют возможность покупать, продавать, арендовать, чтобы создать любую картинку с любой ссылкой и информацией внутри. Подключите свой кошелек, купите свои NFT. Прикольная тема. Раньше так делали с сайтами, а тут то же самое, но децентрализованно. В общем, экосистема огромная. Вы сами можете подробно изучить все приложения. А всем, кто досмотрел, спасибо за просмотр.
просмотр, а также все ссылки в описании. И участвуйте в конкурсе, просто ставьте комментарий и вступите в сообщество Нир. Удачи и будьте аккуратны.